Добрый день, друзья. Как вы видите, у нас в гостях Сергей Юдаев, которому вы можете передать привет и задать вопросы, которые я и зачитаю. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер всем, ребята. Вот, но мы уже знаем, что у тебя все нормально, и тебя освободили, и ты уже покинул территорию Украины. Ну, расскажи нам еще раз вкратце вот о последних событиях в своей жизни, о том, как ты оказался вне пределов Украины и как у тебя дела сейчас? Собственно, смотрите, благодаря помощи людей, моим близким людям, которым я готов не только душу свою раскрыть, за которых я душу свою готов жизни отдать и душу положить, эти люди мне действительно помогли, они меня, собственно, практически, это выглядело как похищение практически, но на самом деле меня буквально вырвали из лап этих всех негодяев, в хунту фашистско-нацистско-немецкой, грубо говоря. Вырвали из лап их, посадили меня в машину, повезли в сторону, скажем так, медицинского учреждения, несколько приватного. Меня немножко привели в чувство. Оттуда мы поехали в Невичанский район, это в Харьковской области. Я хотел у одного из монахов пожить немножко, послал во славу Господа потрудиться по его храме. Ну, соответственно, в молитвах немножечко найти успокоение своей души, потому что пришло столько мусора, несколько перенести, что перед Богом большие задолженности оказались. Там это немного пошло не так, так как суток не прошло, уже за нами приехала там, группа задержания, вот машина, пришлось оттуда скрываться, слава Богу, они были еще на относительно большом расстоянии, все же на расстоянии от нас, мы их не заметили.